нему вернемся. Владимир Тор, пожалуйста, две минуты на то, чтобы выразить все, что вы думаете об этом законе. Ну, прежде всего, я хочу выразить свое уважение и восхищение хоккеистам Фетисовым. Это была замечательная пятерка Фетисов, Касатонов, Макаров, Ларионов, Крутов. Я полностью это огромное счастье. Я очень рад находиться с вами в одной студии. Но, вообще, спасибо вам за все, что вы сделали. Но многократные олимпийские чемпионы, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион СССР, это еще не значит хороший законотворец. Отличный хоккеист, закон – полная фигня. Я понимаю, что господин Фетисов присоединился к этому закону. Он был внесен в середине сентября, а господин Фетисов присоединился ему, если не ошибаюсь, ну, по документам, это в середине октября. И, наверное, до конца его не прочитал. Что буквально сказано в законе? Кому собираются предоставлять закон, этот закон гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке? Читаю. Лицам, проживающим в прошлом на территории российского государства, речь идет, подчеркиваю, об империи российской, на территории РСФСР, на территории СССР или Российской Федерации, а также лицам, имеющим с ним родство по прямой восходящей линии. То есть, грубо говоря, всякий, проживавший на территории аж Российской империи или СССР, и все его потомки по прямой линии имеют право теперь упрощенно получить российское гражданство. О чем это говорит? Все таджики, все узбеки, все киргизы элементарно могут получить гражданство Российской Федерации. Является ли на сегодняшний момент эти люди решением проблем Российской Федерации? Нет. Эти люди являются проблемой Российской Федерации, проблемой всех нас, граждан России, проблемой для русских. Господин Починок говорит о том, что нас слишком мало для такой территории. Если этот закон будет принят, если эти люди приедут сюда, я вас уверяю, нас станет еще меньше. Мы почувствуем, что нас на этой территории еще меньше. Мы все почувствуем, как нас выживают с этой территории. Я призываю ни в коем случае не принимать этот закон ради будущего нас и наших детей.